привет! Всех рада приветствовать на этом канале. Меня зовут Ольга. Сегодня я хочу с вами поделиться своими покупочками, которые я совершила на карантине. Да, в магазин нам не разрешают выходить, все торговые центры закрыты, магазины закрыты, а жизнь текет, что-то нужно приобретать по необходимости, соответственно. Так же случилось у меня. Работают интернет-магазины, есть доставки, есть самовывозы, и я это совершила и сделала. Первые покупки были у меня в Золотом Яблоке. Это декоративные покупки, хочу с вами поделиться и посоветовать. А вторая покупка была, у меня пришла посылка с магазина IKEA. Итак, сейчас я вставлю кусочек, покажу, какая посылка пришла и как было все оформлено, чтобы вы не боялись заказывать. Хочу всем показать, особенно девочкам, да, как приходят посылки Золотого Яблока. Смотрите, значит, такая вот посылочка, я заказала буквально позавчера, через день приходит. Коробка и коробка. Да? Просто хочу показать, чтобы вы не боялись заказывать. Тем более сейчас в карантин, у них доставка 1000 рублей. И вот так вот они, как бы сказать, упаковывают, оформляют. То есть идет все равно приятно, да. То есть идет такая бумажка. И ради одного там товара несколько, они все равно упаковывают. Такая вот идет штучка, чтобы не разбилась. И вот здесь, вот смотрите, внутри находится то, что я заказала, марки Clarins. Сейчас мы посмотрим, что же это такое. Итак, из Золотого Яблока пришла посылочка. Значит, вы уже посмотрели, все было упаковано, все было здорово сделано. А вообще мне понравилось, знаете, есть какие-то даже плюсы на карантине, что можно заказывать в интернет-магазине и очень хорошие скидки. Мне понравилось в Золотом Яблоке и в Литуале. Достаточно скидки хорошие до 50%, ну даже не до 50%, а действительно 50%. И вот эти два магазина, ну, хорошо поступают и сейчас, в данный момент, если кто не знает, можно купить хорошие средства, хорошую декоративную косметику, люксовую даже, попробовать что-то, может быть, вы давно хотели, и можно прям заказать, и это на Золотом Яблоке есть, и есть в Литуале хорошие скидки в полцены, это замечательно, так что не пустите этот момент и обязательно заказывайте, смотрите. Конечно, много позиций уже отсутствует, потому что много все-таки спроса, но все равно можно что-то поймать. А первую позицию, которую я вам хочу показать, пришла у меня, ну, я уже сказала, что в Золотом Яблоке все я заказывала. Я давно хотела попробовать и много наслышана на такой марке, как Herborian. Я хотела попробовать ихний BB-крем. Я взяла миниатюрку, то есть мини-версия. Мини-версия здесь у нас получается 15 миллилитров. А полная версия это 45 миллилитров. Но даже 15 миллилитров достаточно надолго хватит, потому что, ну, в принципе, как бы мало надо, чтобы нанести тон на лице. А у меня в оттенке нюд. И я это взяла специально в летний период, на лето, чтобы посмотреть, как будет это все работать, как это будет все действовать, и чтобы... Ну, очень много отзывов хороших и рекомендаций, и мне это настолько нравится, поэтому я как бы вот решилась попробовать. Я попробовала, ну, я взяла это на лето, уже сказала, я попробовала один раз, и мне действительно очень сильно понравилось. И, конечно, когда закончится, я буду заказывать полную размерку, и вам советую, присмотритесь. Я взяла на скидке 50%, что-то стоило 1000 рублей. Вот это вот мини-версия у них. Значит, что могу сказать, когда я нанесла, действительно выравнивается тон, выравнивается цвет, BB-крем, он подстраивается под вашу кожу, даже есть, маскирует какие-то высыпания, хорошо перекрывает, в принципе,
Может быть, какие-то серьезные вещи не будет прикрывать, не знаю, просто у меня таковых нету. Но какие-то мелкие прыщички обязательно прикрывают очень здорово. То, что его не видно вообще на лице, это вот просто колоссально. И то, что он устойчивый, и я думаю, что его на летний период прям очень-очень классно. В принципе, очень даже хорошо. Сейчас я вам покажу оттеночек. Вот такой вот оттенок. Он хорошо подстраивается, хорошо увлажняет кожу. Финиш такой, знаете, не то что матовый, не то что, как сказать, подсвечивающий. Вот что-то среднее для меня. Но, смотрите, видите, уже даже его не видно, в принципе, на руке. Здоровский, как вот, вот, пожалуйста. Есть легкое свечение. Вот, вот он, да, вот есть легкое свечение, есть легкое такой вот эффект здоровой кожи, знаете, вот эффект здоровой кожи, когда кожа здоровая, собственно, румянец, да, если нанести хорошие румяна, то есть хорошо это все откорректировать и просто классно. Но он здоровски подстраивается, и здоровски он выравнивает, вот этот вот тон хорошо выравнивает, мне очень понравилось, так что рекомендую. Коробочку уже выкинула, к сожалению, так что она приходила в коробочке. И вторую позицию, которую я заказала в Золотом Яблоке, это было вот такое вот средство, бронзер компакт от марки Colorants. Вот такая вот коробка в ней была. Здесь у нас аж 18 грамм. Это коллекционная бронзирующая пудра. Бронзинг компакт. Она состоит из нескольких частей. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. И сама упаковка. Посмотрите, какая красота. Когда я просто увидела на сайте, на нее была 50% скидка. Я не могла удержаться от этой красоты, это просто здоровски, такая вот упаковка, очень классно, это лимитированный выпуск, то есть это не на постоянку, они каждый год что-то выпускают, такое лимитированное. Открываем, значит, у них есть зеркало большое, очень хорошее достаточно, даже пленку не снимала. И вот то, что мы видим. То есть здесь идет три расцветки от темного до светлого, идет переход, и что очень-очень здоровски. Посмотрите, то есть какие классные рисунки. Я уже пару раз пробовала, чтобы понять, что и что и с чем как, чтобы вам посоветовать, и я вам советую. Это хороший бронзер, просто замечательный. Светлый, средний и темный. Как можно отдельно использовать у всех цвет лица, ну, допустим, подзагорели, потемнее. Мне, допустим, в данный момент средний подходит. И кто светлый-светлый, тоже может подойти светлянки вот такие вот, да. И что могу сказать, что посмотрите, какая красота у них вот рисуночек, да, то есть марка Colorants написано, какой рисунок. На сайте вы можете зайти посмотреть, но здоровская, просто красота, неописуемо. Камера не передает так классно, как это в действительности на самом деле есть. Значит, сводчи, сейчас я вам покажу сводчи. Кстати, я два раза пользовалась, и рисунок быстро не съедается, что очень-очень-очень важно. Вот на пальчиках. Вот темный, средний и светлый. И сейчас передам на... Ну, светлый – это самый светлый. И передам сейчас на руку. Вот такие вот сводчи. Если вы думаете, что он будет рыжить, нет, он не рыжит. Вот просто на руке это одно, а на лице это другое. Вот сейчас на лице он у меня находится. Бронзер, посмотрите. Я не могу сказать, что я бельянка, я не светленькая, хоть и блондинка, но... Вот так вот он идет. Но здоровски, да, когда вы, допустим, пушистой кисточкой, белочкой... Он хорошо передается, то есть он не пятнит, он хорошо тушуется, хорошо передача идет. Я вообще делала все вместе, смешивала и наносила бронзер этот. Я наносила отдельно, чисто средним, и тоже классно все это смотрится. Конечно, самый темный он немножко по коричневее, по рыжее, но на то он бронзер он и есть. Но ни в красноту, ни в рыжину он не уходит.
и достаточно очень даже хорошо смотрится на лице, тем более, если вы немножко подзагорите, это вообще вау, классно и здоровски. Здесь, еще раз повторюсь, 18 грамм, хватит, наверное, надолго, и очень здоровская вещь. Я ее купила, кстати, взамен моему тоже бронзер у меня от марки Calistar. Вот такой вот у меня бронзер, уже заканчивается. И он разноцветный был, и уже вот все, уже вот дырочка подтирается, да. Он более такой, конечно, блестящий. Вот сводч. Ну вот смотрите, они там пересекаются, вот эти вот две, они прям пересекаются. Просто он более такой, более шиммера, в нем больше шиммера. А здесь есть легкое-легкое переливание. Не совсем и матовый 100%, но легкое переливание есть. Вот. Ну вот они пересекаются, то, что у меня и было. Да, очень здорово, да. И я взамен этому уже подзаканчивается, прямо осталось чуть-чуть. И я увидела вот эту красоту, пока есть скидочки, быстренько-быстренько заказала. Прям через день привозят, все замечательно, как упаковано, вы уже видели, очень-очень здоровски. Итак, следующее то, что я вам хочу поделиться и показать, это мои покупочки с магазина, с сайта, с интернет-магазина IKEA, то, что я там заказала. Сейчас я вам покажу, как это все упаковано приходит, потому что там несколько было позиций, и одеяло, и полотенца. Ну, короче, давайте вместе посмотрим, и вы увидите, я покажу, как все упаковывается, и потом каждый товар мы с вами рассмотрим. Так, смотрите, какая большая коробка, так вот упакована. Вот такую коробку мы собирали, забирали ее с самовывоза, здесь неподалеку у меня от дома. Сейчас я хочу вот эти вот штучки, одной рукой неудобно, отрезать. Ну, хорошо, что они хоть эти штучки поставили, чтобы было удобно тащить. И смотрите, тут IKEA. Ну, обычная, значит, коробка. Открываем. Еще не открывала, кстати. Вот вместе с вами первый раз открываю. Вот такая вот штука. О! Угу. Чтобы не мешало. Еще одна. Смотрите, наложили. О! Ага, то есть, чтобы эти, как бы, ничего не болталось, да, чтобы ничего не это, ну да. Значит, что здесь приходит у нас вот такие вот, ну, это я понимаю, что на возврат или там сколько стоит. И вот все вот так вот упаковано. В принципе, все нормально. Давайте сейчас мы будем каждую позицию рассматривать, и я расскажу, что я заказала. Итак, что же я заказала? Значит, вот такой вот наборчик я заказала. Это у нас кухонная утварь. Давайте сейчас отрежу, чтобы рассмотреть. Да. И чтобы я вам покажу. Значит, таких наборов у них вроде не было. Из 5 предметов идет. Значит, первое, это у нас лопатка. А что это у нас вообще? То есть... 5 предметов, кухонные принадлежности. Вот такая вот лопатка. В принципе, достаточно, ну, все это из пластмассы, да. В принципе, достаточно жесткая, не мягкая. У всех есть вот такие вот штучки. То есть, можно на рейлинг, это называется, можно повесить. Здоровски. Я принесла свою старую лопатку. Вот она. Девочки, почему я это сделала? Вот это вот, вот она. Я ее покупала как одно... как в одном количестве, то есть также в IKEA я ее купила, набора тогда не было, и я до сих пор ей пользуюсь и не нарадуюсь. Я знаю, что многие на YouTube не очень-то хорошо характеризуют типа того, что ну, по качеству какой-то набор и все остальное. Я вас уверяю, что качество классное, и я могу вам советовать. Даже не сомневайтесь, он стоит своих денег. И на всю жизнь, конечно, вам это не нужно, но сколько я уже пользуюсь ей? Года полтора, наверное. То есть, очень классная лопатка. Да, она немножко поменялась от оливкового масла в цвете, но здоровская.
И вот я, когда увидела набор, я решила взять набор. Специально с кухни принесла, чтобы вам показать. Итак, вот такая вот лопатка. Во-первых, она очень удобная. То есть, когда я делаю оладушки, когда я делаю какие-то там блинчики, когда я, ну, там, я не знаю, ну, что-то либо делаю, да, то есть, это все здоровски, очень удобно. Первое. Второе, значит, у нас идет вот такой вот половник, тоже его можно вешать, тоже прям здоровски, мне нравится. Мне еще нравится очень цвет, мой любимый цвет, классный вообще. Третье у нас вот такое вот для макарон, оказывается, можно эти макарон накладывать, ну, как бы, как всегда, Оля не в курсе. Может быть, пакетик как раз вот классно будет, а не вилкой, чтобы я накладывала, вот такая вот штучка. А четвертое, значит, это как ложка, допустим, используется, да, то есть как бы и можно также наливать, когда блины делаю, когда оладушки делаю, очень здоровская тоже вещь. И пятое, это щипцы. Кстати, щипцы очень такие упругие, прям очень классные. Слушайте, ну я вам что хочу сказать, что качество очень здоровское, мне очень нравится. Щипцы, чтобы переворачивать там котлеты, рыбу, может быть, что-то такое, да, то есть как бы щипцы. Я увидела этот набор, я сразу сказала, да, это мое, мне нужно это на кухню. Это вот из 5 предметов этот наборчик, здоровский. Могу советовать, берите, судя по моей старой лопатке, классное качество, мне нравится. Следующее, то, что я заказала, это 3 вот таких вот емкости. Они одинаковые. Значит, давно на них смотрела и давно хотела. Это у нас контейнер. Значит, вот такой вот контейнер. Смотрите, внутри идет черный. Там, кстати, есть зеленый и чисто белый. А вот так вот мне очень понравился вот такой вот вариант. Очень стильно смотрится, здоровски. И мне кажется, это очень прям стиляжно. Я хочу на ванну, вот мои всякие прибамбасы, уход, под все то, что мне нужно расставить. И хотела еще в мой туалетный столик попробовать, поместится, не поместится. Если поместится, то заказать еще таких же 3. Вот 3 штуки я заказала. Классное качество. Все здоровски сделано. То есть я смотрю вот на это. Я же не видела ничего. И смотрю, да. То есть ничего не надколото, все здоровски сделано. Вот то, что такая вот здесь выемка идет, очень здоровски. Ну, вообще супер. Мне понравилось, так что присмотритесь. Мне кажется, классно послужит. Супер. Следующая позиция – это мои полотенца. Я по полотенцам, наверное, уже проф. Значит, первое – это весь набор. Значит, первое – это полотенце, так как у нас трое в семье. Это полотенце… Сейчас скажу, кто у нас здесь. Это 100% хлопок, 70 на 140. Название такое. Сейчас корявить язык, я не знаю. Давайте вот так вот я вам покажу. Посмотрите, вот это вот их серия. Но по отзывам я знаю, что это и другая еще серия мне нравится. Просто эти были на скидке. Да, почему еще состоялся у нас заказ? Потому что полотенце и одеяло... про одеяло попозже сейчас расскажу. Они были на скидке. Значит, полотенца эти были по карте Family. Очень хорошая скидка. Да, они такие вот. Вот такой вот рисунок. Вот. То есть, переходящий от светло-коричневого. И этот, ну, то, что у них идет кромка вот такая вот здоровская сделана. И то, что мне еще нравится, посмотрите, в серединке есть вешалка. Боже, это супер, вообще классно. Посмотрите, какая вешалка. И вот так вот оно висит. То есть это банное полотенце. Таких я заказала 3 штуки. Достаточно плотное. Ну, не могу сказать, не толстое. Не то, что у меня были египетские, вот такой вот ворс. И ими тяжело было, конечно, вытираться. Те полотенца, которые я заказывала... Не помню где. Как-то раз я ролик снимала. Мне не очень сильно понравились они. Ну, да. Как-нибудь я их кину. Пустые баночки, которые не рекомендую товары покупать. Достаточно хорошая плотность здесь. И хорошие отзывы на эти полотенца. Очень хорошие отзывы. Ну, и размерчик хороший. Да, их 3 штуки. Дальше. Следующее такое же
то же самое серии 50 на 100 полотенца. Тоже идет такая вот вешалка. Это вообще супер. Так вот будет висеть. И пахнет достаточно вкусно хлопком. Такой вот идет кромка такая вот. Очень классные. Все они были вот как раз на скидке. Тоже 3 штуки. Вот такие вот я заказала. Это как для лица. И для себя отдельно я заказала. Она без вешалки. Да. Просто вот такой вот полотенчик. Чисто для, когда я делаю уход. Чтобы чисто для меня. То есть с кромочкой. Чтобы было здесь 30 на 50. Вот такое вот полотенчик одно. Заказала для себя, чисто для себя, чтобы когда делаю какие-то манипуляции с лицом, уход, очищение или еще что-то, чтобы чисто им вот вытираться. Я эти полотенца заказала по Card Family, уже сказала. Мне нравится еще другая серия, чисто серые. Я их тоже потом обязательно закажу, потому что очень хорошие отзывы и мне нравится качество. Ну и последнее то, что я заказала, это одеяло. Одеяло. Значит, здесь одеяло у нас идет 150 на 200. Значит, что у нас за одеяло? У нас одеяло идет, знаете, какое? Значит, название товара Род Топа России. Наполнитель Леоцел 50%, 50% полиэстер. Ткань идет у нас 55% Леоцел и 45% хлопок. Значит, мое одеяло, оно прослужило мне не так долго. И получилось то, что я его выстирала, и что-то с ним произошло не так, и оно почернело. То есть, все, что может быть изнутри, либо состав одеяла, я не знаю, что с ним произошло, мне пришлось его выкинуть. И, соответственно, так как все закрыто, я не знаю, что делать. Значит, и это одеяло, которое я заказала, вот такое вот так вот приходит на покупке, вот так вот свернуто. Я это одеяло заказала тоже со скидкой. Эти одеяла стоили 3200. Сейчас, в данный момент, идет распродажа в районе 899 рублей, если я не ошибаюсь. У меня здесь в бумажках не написано... Но я не могу вам сказать, здесь не написано. Да, что-то 900 рублей. То есть, думаю, блин, классно. А я эти одеяла видела и щупала. И мне то, что здесь нравится, давайте мы с вами строим. Я вам постараюсь показать. То, что мне нравится в этих одеялах, это... У них вот эта вот серия, она была двух вариантов. Очень теплая и просто теплая. Очень теплая, у нас так квартира теплая, мы постоянно форточку открываем. Я не люблю... Я вообще человек жаркий. Я взяла просто теплое. То есть наполнитель получается поменьше. А очень теплый наполнитель, очень такой толстый. Ну что могу... Мне понравилась эта вот кромка. Вот эта кромка по всему одеялу вот так вот просрочена. Мне очень это сильно понравилось. Значит, да, наполнитель такой хороший. То есть не толстый и не... Не легкие, так сказать. Ну, большое одеяло, если его разворачивать, конечно. А, может быть, здесь что-то у нас... Ну, я уже наполнитель вам сказала. Да, оно достаточно такое большое. Вот здесь идет простежка. Ну, короче, цена хороша, и я решила взять. Мне понравилась вот эта вот версия. То, что у них это все сделано, и достаточно хорошие отзывы. И я решила попробовать, потому что 3200 и 900 рублей, вы понимаете, что это большая разница. Итак, это все, что я хотела вам рассказать и показать, поделиться своими покупками. Торопитесь, если кому-то что-то надо, декоративной косметики, золотое яблоко или туаль, оно обязательно вам поможет, классные скидки, ловите свой момент. Бесплатная, кстати, доставка, 1000 рублей, это очень здорово. И если кому-то что-то надо в Икее, тоже там есть по карте Family, и вообще просто скидки там имеются. Поэтому спасибо, кто заглянул на мой канал. Не забывайте пальчики вверх, если вам понравилось и было это все информация вам удобна и интересна. Не забывайте подписываться. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока, берегите друг друга и всем здоровья. Пока!